Здравствуйте, друзья! Сегодня я вам хочу показать свою очередную работу, работу ирисов. Ирисы сделанные из пластиковых бутылок, ростовые. Вот таких вот два больших цветка, сложены в одну веточку. Здесь еще присутствует два бутончика. Цветок вот с такой вот серединкой. Красивой, вот с такими вот лепесточками. Здесь присутствует стеклярус и бисер. Кому понравилось, оставайтесь со мной на канале, подписывайтесь. И мы будем с вами делать красивые, интересные цветы из пластиковых бутылок. Пишите комментарий, кому понравилось. И будем делать мастер-класс.